автомагнитолы DEH1200MP производства «Пионер» представляет собой CD-тюнер с дополнительным выходом на передней панели, RCA пред выходом и красной подсветкой клавиш. DEH1200MP заряжен энергией от обновленного усилителя MOSFET, который предлагает оптимальные уровни характеристик с минимальными искажениями. А его RCA-выход позволит добавить к вашей автомобильной системе дополнительный усилитель для сабвуфера. Усилитель имеет 4 выхода мощностью по 50 Вт. Автомагнитола воспроизводит MP3, VMA, BAV, сжатые аудиофайлы на CD, а также другие музыкальные устройства, подключаемые через дополнительный выход на передней панели. CD-плеер поддерживает CD-текст, а также отображает тексты из тегов MP3. Устройство способно автоматически приглушать звук при ответе на вызов мобильного телефона. Установка данного устройства возможна как спереди, с помощью обычного переднего крепления стандарт 1, так и сзади, с помощью заднего крепления стандарт 1, с использованием винтов и в резьбовых отверстиях по бокам рамы устройства. Наслаждайтесь своей музыкальной коллекцией в высоком качестве, будь то CD или музыкальный плеер, который вы можете подключить непосредственно через дополнительный AUX-разъем на передней панели. Устройство комплектуется чехлом для безопасного хранения передней панели автомагнитолы.